А вот за этим рюкзаком нужно бежать прямо сейчас в наш магазин. Потому что этот рюкзак компании Deuter, лидера в производстве рюкзаков в мире, в европейской части, самая продаваемая марка рюкзаков. В чем его крутизна? Крутизна в том, что он имеет достоинство самых дорогих рюкзаков, самых топовых, получается, моделей рюкзаков Deuter. Вот. Но он максимально за счет ткани, за счет каких-то упрощений, каких-то элементов, упрощен, чтобы сделать его максимально дешевым. Да? Вот. И получается, что мы за счет экономии в ткани, они получили рюкзак вот этот стоимостью 7150 рублей. За 70-литровый рюкзак отличного качества. Это очень-очень демократичная цена. То есть на рынке мы имеем либо российского производства такие рюкзаки, которые, ну скажем так, немножко отстают по дизайну, по качеству, либо какие-то китайские, которые, да, выглядят красиво, но совсем дешевые ткани, совсем плохие швы. Вот. Поэтому прям очень крутое предложение. Приходите, есть в наличии.